1000 рублей техосмотр стоит. Сфоткали спереди, сфоткали сзади. Заставили снять дудку придонка. Потому что на фотографии, говорит, смотрится слишком круто. Это руководство не поймет. Пришлось ее отломить. Место осталось свободное теперь. Портрет Ильича приделаю сюда. Плевать буду. Вот такие дела. Ну а дудку в этом в рюкзаке везу. На стенку повешу. Ну прям я ее ломанул прям с психу. Говорю, на. На тебе красоту, получи. Это мерзавец. Говорит, приезжают в этих, вот эти, на вжикалках на своих. Там, ну, он Хонду только знает. На Хонда, говорит. Ну, он думает, что вжикалки, наверное, Хонда одни. Говорит, на лысой резине приезжают там, говорит, друг у друга снимают, чтобы пройти техосмотр. Резину эту. Делятся резиной. Вот. А у тебя, говорит, резина какая? Я говорю, вот у меня елочка Петрошина. Он говорит, так и запишем, Петрошина, елочка. А говорит, хвойная или лиственная? Я говорю, наверное, хвойная, потому что всегда езжу. Вот. Ну, как бы так вот. А это вторая. А я не там ее искал. Я между третьей и второй искал. Вот. Ну, в общем, теперь я с техосмотром. Говорит, пригоняй BMW свой. А он увидел, что у меня на футболке BMW нарисован. Я говорю, обязательно, чуть позже. После того, как продам. Вообще, вот выезжают люди. Вот Нива ехала по правой полосе, прям перед ней вот с будкой выехала машина. Пришлось прям Ниве уйти, чтобы не ударить ее. Вообще люди, когда вот выезжают, так о чем думают? Ни о чем. Наверное, думают, что их объедут. Знаете, все тут в этих, в деревьях, в абрикосах. Модно. Модно абрикосы сажать, вишни. Очень модно. Сколько помню, здесь никогда дороги не... Вот магазин, вот здесь вот стояли, продавались, менялись на картошку, на всякую там, на сельхоз. Это как за год контора называлась. Менялось все на все. Короче, мототехника там всякая на это, на продукты сельскохозяйственные менялись. Да, вот так вот было. Вот. Поехали. Мимо моего гаража проедем. Я прям ностальгирую. Катаюсь мимо гаража своего бывшего. Вот. Проеду, поплачу немножко. Слезу пущу, скуплю. HB там написано на этом. Вот они, дети, смотрите, без шлемов. Ну дети вообще. Откуда это? Смотрите, вот. Ну это все. Что родители вот думают по этому поводу? Нового сделают. Передвух. Вот въезд этот. Я вам показывал. Еще стол стоит. Еще этот стол был в деревне, когда жил, когда мне там 5 лет было, 2-3. Вот стол стоит справа. И на нем точило было. Батя стол делал. И HB. Это мой бывший гараж. Вот. Круто вообще. Крутецки. Поедем. Поедем по деревне, проедем, объедем. Объедем. Поедем. Стороною.
здесь, по деревне там сейчас выйдем, попробуем. Я знаю где. Так, чтобы попасть на это сюда. На красно-белое. Вот. Фу, мусорка воняет. Вот здесь. Разы такие классные тут вообще. Я не стал брать, мне когда-то тоже предлагали здесь место бесплатно гараж строить. Потом здесь мне предлагали железный гараж уже с участком, с подвалом, поменять на кусок земли там возле дома, за сараем, за гаражом. Вот на этот железный. Я отказался, дурак. Сейчас бы у меня тут бы гаражик был. Ну, здесь бы как бы далеко от дома, конечно. Вот. Так вот. Жарко, жарко. Очень жарко. Мне бы вилочку помягче сделать как-то. Я вот с этой вилкой намучился. Я его как купил, перебрал ее. Два раза к дяде Славе ездил, эти втулки менял, как бы покупал и назад сдавал, потому что они вообще не подходили. И царство ему небесное. И потом и уже их там этим чем-то раздрюхивал. И собака, овчарка чья-то с кем-то. Дорога называется на мельницу. Я уже рассказывал в каком-то из видео. Вот. Это она древняя, вот плиты такие, потом просто она грунтовая идет. Ну, здесь протекает эта речка. Именно та самая речка, на которой вот там мы пикники делаем. Дичнянка речка. Вот здесь она протекает. Здесь раньше мельница была. Вот она здесь. Здесь была мельница. Вот здесь где-то тут. И вот мы здесь рыбу ловили. Вот она, смотрите, какая она здесь красота. Ну, вот здесь вот и купались, и рыбу ловили, ну, в детстве, в молодости. Вот. Видите, вот. А здесь вот так была дорога напрямую, а здесь уже кто-то построился на дороге прямо. Она вот здесь прямо вот напрямую была. А тут построились. Вот здесь два пути. Вот сюда поехать и туда. Я вот не помню, куда мне. Вот где-то тупик. Мне кажется, я вот сейчас в тупик еду. Здесь тупик, а мне надо было направо. А я все равно еду в тупик. Ну, дурак же я, дурак. Поэтому мне нужно развернуться. Вот. Мне кажется, тупик здесь. Тупик, не? Тупик. Или нет? Ага, тупик. Не туда попал. А ну вот есть объезд. Ну вот тут так. Вот здесь тут люди. Здесь пустырь этот был. Это люди потом построили здесь. Я, дядя, первый поеду. Пыль за тобой глотать я не буду. Глотай за мной ты лучше. О, пыль какая. За мной. Я еще газку даю, чтобы латал сильнее. Ой, все. Ну вот сейчас в КБ выйдем. Объехали. Ну вот речка там течет, этот мост, это на трассе, это через эту речку. Где мы вот шашлыки там жарим, в полях, которая речка. И потом она там идет, идет, идет и... 7 впадает. Впадает в 7. Ой, как же хорошо. Вот, вот как бы.
опасные пески. Кайфово ехать вообще. На спидометре 60 едешь, кайфуешь. Где-то здесь вот заезд. Вот здесь тут. Вот он. Сейчас съездим, посмотрим. Оп. Я вспоминаю, когда бобины старые стояли, я на этом мотоцикле ехал, и один цилиндр отказал. Я вот сюда на одном цилиндре доехал и стоял здесь, остужал мотор, контакты чистил, ремонтировал, в общем, отказанный цилиндр один. На самом деле, получается, не в цилиндре было дело, не в контактах, а просто в бобине. В общем, знаете, это есть, а ягод нету. Вообще нету. Ух, 21-я звезда, ребят. Тянет вообще, как сволочь. Такая вот поездочка. Всем спасибо и всем пока, наверное. Фу, жара пипец вообще. Красота.